Не выпускаю. Да ясно же, чтобы они не помогли тем, которые уже пошли ко дворцу трех толстяков. Будьте добры объяснить, что здесь происходит. Ах, да неужели вы не знаете, что сегодня оружейник Проспера и гимнаст Тибул повели народ на штурм дворца трех толстяков? Я ничего не понимаю, граждан. Прошу меня простить. Сейчас я подстрелю этого мерзавца. Мимо! Да здравствует народ! Эй, прыгун! Что там происходит? Проспера схватили! Его повезли во дворец трех толстяков! А гимнаст Тибул, он тоже попал в плен? Нет, гимнаст Тибул на свободе! Ему удалось сбежать! А на площадь согнали плотников! Они строят виселицы! Они строят виселицы? Они строят виселицы! Сейчас только раз споем для вас, да, мы споем для вас. Вот уж много-много лет аппетита вовсе нет, но главное обед. Мы считаем прибыль днем и ночью, а на утро голова болит. Ой, болит! Пусть народ глядит нам в рот, ведь на то он и народ. Но
главное обед. Надо сверить курс валют, цены бешено растут. Сахар, масло и муку я для нас приберегу. Слава нам, толстякам. Пам-пам-пам. Бизнес — это не пустяк, все скупаем за пятак. Да, в этом я мастак. Этот вор того в тюрьму, что хочу, то и возьму. Да, да, я так живу. Кто-то недоволен там за дверью. Для бродяг у нас подачек нет. Нет и нет. Пусть народ глядит нам в рот, ведь на то он и народ. Но главное обед. Подачек нет, нет и нет. Пусть народ глядит нам в рот, ведь на то он и народ. Но главное обед, главное обед, главное обед, главное обед. Обед готов. Разноцветные шары и эта глупая рожа прекрасно украсят торт. Пока гости переваривают второе блюдо, у нас есть несколько минут. Давайте крем! Примемся за десерт. А вот и торт. Ха! Посмотрите на шары. Они прелестны. А, какой чудесный торт. А что внутри? Шампанское или конфеты? Ну что ж, господа, через час на площади начнется казнь. Первым, конечно, казнят Проспера. Его не будут сегодня казнить. Как? Почему? Мы хотим узнать от него планы мятежников. Именно главных заговорщиков. Приведите его сюда. Пусть наши гости посмотрят на этого зверя вблизи. Да, пусть приведут Проспера сюда.
мы будем есть торт и рассматривать это чудовище. Пускай я заперт в клетку, пускай потом казнят. Друзья меня поддержат, друзья освободят. Я знаю, что на подвиг любой из них готов. И выстрелят картечью по замку толстяков. Па-па-па-па, погода злится. Па-па-па-па, гроза грозится. Па-па-па-па, гроза грозится. Как говорится, быть в беде. Но смелое сердце врага не боится. Но смелое сердце врага не боится. Па-па-па-па, па-па-па-па-па. И друга не бросит нигде. Вы зря мне угрожали, я цепи разорву. И для людей свободу у вас я отберу. Народ идет навстречу, держа перед собой один патрон с картечью и с мужеством другой. Па-па-па-па, погода злится. Па-па-па-па, гроза грозится. Па-па-па-па, гроза грозится. Как говорится, быть в беде. Но смелое сердце врага не боится. Но смелое сердце врага не боится. Па-па-па-па, па-па-па-па-па. И друга не бросит нигде. Мне ни к чему награды, я славы не ищу. Картонные преграды по пояс силачу. Не нужен мне ни порох, ни пули, ни пыжи, пока в моих патронах огонь моей души. Па-па-па, погода злится. Па-па-па-па, гроза грозится. Па-па-па-па, гроза грозится. Как говорится, быть в беде. Но смелое сердце врага не боится. Но смелое сердце врага не боится. Па-па-па-па, па-па-па-па-па. И друга не бросит нигде. Он страшно силен. Как он нас ненавидит. У него такие рыжие волосы. Зачем вы его привели? Я его боюсь. Ах! Что вам от меня нужно? Мы хотели посмотреть на тебя. А мне противно вас видеть. Ах, скоро тебе отрубят голову, и ты не сможешь нас больше видеть. Я не боюсь. Моя голова одна. У народа сотни тысяч голов. Вы их не отрубите. Крестьяне, рабочие поднимаются против вас. Ученые, актеры и врачи все переходят на сторону народа. Куква! Моя куква! Она сломана! В чем дело? Почему наследник Тутти плачет? Моя куква! Моя чудесная куква сломалась! Гвардейцы кололи мою куклу саблями! Что? Гвардейцы? Саблями! Куклу наследника Тутти! Они обступили наследника Тутти! А стража махала им шляпами! Я сама видела! Вы видите? Даже гвардейцы отказываются служить вам! Молчать! Ты будешь сидеть в своей клетке до тех пор, пока мы не поймаем гимнаста Тибула! Мы вас казним вместе! У народа надолго пропадет охота бунтовать! А теперь в клетку! В клетку его! Она умерла! Какое горе! Она умерла!
Горе наследника Тутти велико. Куклу нужно исправить. Но кто же может исправить ее? Вы забыли, господа, что в этом городе живет великий ученый, доктор Гаспар. Этот человек может все. Он исправит куклу наследника Тутти. О своем, но объявляется подъем, когда казармы снятся сны. Капрал командует вперед, а сам, конечно, отстает и на войне, и без войны. Молитвы знаем на зубок, но больше верим в котелок, в котором булькает крупа. Девчонки с нас не сводят глаз, сегодня с нас, а завтра с вас любовь, она слепа. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом, лучше работы я вам, сеньора, не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу. Субботу нас под барабан, выводят с троем кегельбан, а впереди капрал идет. Но все равно, не зря распахнуто окно, в котором нас улыбка ждет. Мы четко знаем всех невест и в гарнизоне, и в окрест, а также барышень и вдов. Но лично я на рандеву ищу веселую вдову 17 годов. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом, лучше работы я вам, сеньора, не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу. Пехота топчется в пыли, капрал орет, рубай, кали, а мы хотим рубать компот. Капрал, голубчик, не ори, ты отпусти меня к Мари, пока еще девчонка ждет. Впрочем, черт тебя дери, не отпускай меня к Мари, а через 90 лет тебе, капрал, за долгий труд штаны с лампасами сошьют, а может быть и нет. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом, лучшей работы я вам, сеньора, не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу. Незаметно вывести меня из дворца. Эти шары ваши. Согласны? Ура! Ура! Шары! Спасибо вам, доктор. Стража всюду ищет меня, но в таком виде им будет трудно меня узнать. У вас широкие плечи, белые зубы и курчавые черные волосы. Осталось только покрасить вашу кожу в черный цвет, и вот, перед вами настоящий негр. Признаюсь вам честно, дорогой Тибул, что вчера, когда вы так же эффектно появились из камина, я очень испугался. Ах, кто это? Успокойтесь, тетушка Ганимед. Я ведь ученый, у меня в мастерской можно увидеть не только негра, но даже слона. Тетушка Ганимед, лучше принесите нам завтрак. Мой негр очень любит яичницу. Негр любит яичницу? Надо же! Я хотела сказать, что к вам пришел один человек. Я только что из дворца трех толстяков. Как вы туда попали? По воздуху.
Сегодня был страшный ветер. Он поднял меня вместе с моими шарами и занес в окно дворцовой кухни, прямо в огромный парадный торт. Меня облепили кремом, а потом я попал на пир трем толстякам. Такого натерпелся страху, но это не все. Я видел Проспера. Проспера? Он жив? Что с ним собираются делать? Пока его не будут казнить. Толстяки хотят, чтобы он выдал своих друзей, но он отказался. Его заперли в клетку в зверинце наследника Тути. Но как же вам удалось спастись? Поварята вывели меня через подземный ход. Во дворце есть подземный ход? И где же? На кухне. Он начинается в самой большой кастрюле и ведет за пределы дворцового замка. Это снова к вам, доктор Гаспар. Доктору Гаспару, правительство трех толстяков приказывает вам исправить куклу наследника Тутти к завтрашнему дню. Вас щедро наградят. В противном случае вам грозит строгая кара. Я, конечно, постараюсь, но не могу обещать. Мне нужно изучить механизм этой волшебной куклы, изготовить новые части. Это потребует много времени. К завтрашнему утру. Таков приказ. Да, но... Никаких разговоров. Или вы ее почините, или умрете. Прощайте. Я дорожу славой мудрого человека, но еще больше я дорожу жизнью. Доктор, вы спасены! Помните, вы смотрели представление нашего бродячего цирка? Девочка пела песню. Сок! Теперь понимаете, сок как две капли воды похожа на эту куклу. Она нам поможет. Мы спасем не только вас, но и Проспера. Сок, иди сюда! Тибул, ты меня звал? Конечно, Сок! Давай споем доктору Гаспару нашу любимую песенку. А мои друзья нам подпоют. Плачь, а встань.
спасибо, друзья. Уверен, теперь у нас все получится. Здравствуйте, господин наследник. Как видите, я не только вылечил вашу куклу, но и научил ее говорить, танцевать и петь песенки. Какое счастье! Браво! Браво, доктор Гаспар. Вы воистину кудесник. За это вас нужно щедро наградить. Твое новое имя Су-ок. Что это? Где? А вот тук-тук-тук-тук. Это часы? Это не часы. Это бьется мое железное сердце. Когда я была у доктора Гаспара, мне приснилось, что я живая девочка, что я артистка и выступаю в цирке. Мне приходится ходить по канату, делать разные акробатические штуки, петь, танцевать и свистеть на дудочке. Как это? Ты что, не знаешь? Я дую в нее, и получается мелодия. Я могу свистеть и ключиком. У меня как раз есть ключик. Я всегда ношу его на шее. Он от какой-то клетки. Мне его дали, чтобы я его хранил, но тебе я могу его доверить. Thank you.
Тревога! Пленники сбежали! Как сбежали? Каким образом? Их выпустила кукла наследника. Она украла у него ключ от Кеке Проспера и выпустила его. Еще не все потеряно. Они не могли уйти из дворца. Они ушли через подземный ход. Как? Они нашли подземный ход? Мы пропали. Ах, я падаю в обморок. Долой трех толстяков! Ура! Распера и гимнастки Бул снова с нами! Народ повелею! Вокруг дворца собралась огромная толпа народа. Они вот-вот выломают ворота. Половина стражи уже разбежалась. Бежим! Сдавайтесь! Кончилась ваша власть! Народ победил! Неправда! Гвардейцы, стреляйте в них! Армия тоже перешла на сторону народа! Наследник Туть! Мы же делали для тебя все, что ты пожелаешь! Неужели ты тоже с ними? Вы держали его в золотой клетке! Вы разлучили меня с моей куклой! Мне противен этот дворец! Я ухожу отсюда! Ах, я не выдержу! Я сейчас упаду в обморок! Помилуйте нас! Мы обещаем, что не будем больше обманывать народ и заставлять его работать на нас! Мы вам не верим! Взять их и запереть в ту же клетку, в которой они держали пленников! Милый Тутти, для тебя начинается новая жизнь! Интересная, веселая и, главное, настоящая! Что в этой жизни происходит, происходит с нами неспроста. Каждый счастье сам себе находит. Только не забудь, надо, чтоб всегда сердце наполняло доброта. Если в самые несбыточные дали за собой мечта зовет, одолеть свои тревоги и печали, и тебя удача ждет. Воцарится навсегда. Если в самые несбыточные дали за собой мечта зовет, одолей свои тревоги и печали, и тебя тревоги и печали, и тебя.